Джан Денис поссорился со своей невестой Фейзе Октан из-за фильма «Другая сторона», в котором он снялся вместе с Асле Энвер и Мирием Узерли. Физа увидела все эти фотографии с фильма, где Асджан и Мирием горячо целуются. Беременная невеста Асджана дико приревновала его и захотела посмотреть всю сцену целиком. Однако тот не позволил, из-за чего они крупно поссорились. Асджан Денис пожаловался одному коллеге из съемочной команды. Так как Физа беременна, она сейчас очень чувствительна. Я не могу ее убедить, что это всего лишь работа. Физа находится на четвертом месяце беременности. Они с Асджаном ждут мальчика.